Вернемся в Казахстан. А у нас 23 претендента на должность акима сдали документы для регистрации в Туркестанской области. Как сообщили в территориальной областной избирательной комиссии, документы двоих претендентов уже признаны соответствующими законодательным требованиям. Один претендент зарегистрирован в качестве кандидата. Отмечу, выборы акимов состоятся в 4 районах области. Все участники избирательной гонки – мужчины. Их возраст от 29 до 58 лет. Большинство претендентов – самовыдвиженцы. Политические партии тоже выдвигают своих кандидатов. Активность очень большая. До 5 октября, возможно, еще появятся желающие.